Всем здарова, народ, с вами Варчик. В этом видео я вам расскажу про колесный танк 6 уровня Panhard AMD-178B. Что я хочу вам рассказать про этот танк? Начнем с минусов этого танка. Он очень плохо поворачивает на месте. Причем, чем медленнее вы едете, тем хуже он поворачивает. Чем быстрее вы едете, тем лучше он поворачивает. Как это реализовано, вообще непонятно. Плюс еще, когда вы едете на нем, и он подскакивает на кочках, в любой момент он может лучше повернуть, либо чуть хуже, либо прям чуть ли не сильно развернуться. В общем, на кочках ведет он себя неоднозначно, и контролировать его тяжело, поскольку он нестабильный в управлении по кочкам на высокой скорости. Плюс еще, когда вы остановились, как-то поставить удобно его на повороте, либо поджаться плотно под камень, получится с трудом, поскольку этот бронеавтомобиль поворачивает довольно-таки плохо, и на месте как-то его поставить тяжело. Следующий минус этого танка — это довольно-таки неточная пушка, точность 0.4, да и стабилизация такая себе, не самая плохая, но в принципе ее не особо достаточно. Ну и третий минус, который практически у всех легких танков колесных наблюдается, это отсутствие нормального обзора. 300 метров обзор, вы можете засветить врага, когда в него врезались. Вот, в принципе, вот такой обзор. Три самые главные минуса. Сложное управление, очень плохо танк поворачивает, плохая точность и плохой обзор. В принципе, такие вот 3,5 минуса, самые главные. Что у него по плюсам? Пробитие и альфа довольно-таки неплохие. 120 основным снарядом, 160 голдовым это пробитие, и урон 110. В принципе, альфа и пробитие довольно-таки хорошие. И урон наносить на нем несложно. Единственное, что стрелять сдалека не особо, поскольку пушка кривая. Также у этого бронеавтомобиля хорошо опускается пушка. Из плюсов еще у этого танка очень хорошая скорость назад. Из этого выходит так, что лучше этот бронеавтомобиль не разворачивать для того, чтобы лицом убегать или кого-то догонять. Вы вообще не обращайте внимания, чем вы едете, передом или задом. Именно на 6 уровне реализовано это так, что поворачивает он плохо, но едет примерно одинаково, что вперед, что назад. Поэтому я вам сейчас расскажу, какие фишки геймплея на этом танке я для себя усвоил и как, в принципе, я на нем играю. Я на нем именно активного светляка, как по задумке геймплея колесных танков, исполняю довольно-таки редко, поскольку, скорее всего, это просто будет слив, и вы вряд ли кого-то посветите. Я на нем свечу, когда это необходимо, когда команде нужен свет, и для этого есть маневр и пространство. Также не сильно много стволов будет на меня смотреть. На Прохоровке можно делать в середине или в конце боя поджим под вражеские холмики на аллее и довольно-таки неплохо посветить. Но в начале боя куда-то врываться смысла нет, потому что там будет вся команда, она вас убьет, вы не всех засветите, а союзники особо не отстреляют. Также играть в активного какого-то светляка тоже особо смысла нет, поскольку обзора нет вообще. 300 метров — это ни о чем. Я на этом танке играю следующим образом. Еду на фланг для СТ или ЛТ. Занимаю там какие-то выгодные позиции. Стреляю урон от башни. Если мне нужно, убегаю, не разворачивая танк, просто задом. Либо догоняю передом вперед. И танк я, в принципе, в бою стараюсь не разворачивать, поскольку это сделает такой большой круг, причем медленный, что это просто капец. На нем нужно ездить либо тупо вперед, либо тупо назад. Все. Иногда чуть-чуть поворачивая по сторонам. Конечно, когда вы разгонитесь, можно немного поманеврировать, но это будет довольно-таки сложновато, поскольку на кочках его кидает очень сильно. Поэтому лучше всего быстро занимать какие-то выгодные позиции, настреливать от УВНов хороший урон. Это занимает у меня 90% боев. Приехать от холмиков, настрелять урон. Иногда в середине, либо в конце боя есть пространство для маневра и возможность активно посветить. Тогда мы используем такую возможность и подсвечиваем. До этого момента мы просто ездим и пользуемся хорошей пушкой, всех убиваем. Все. Также еще очень часто враги будут слышать, наверное, попадание, а вы будете слышать пш, поскольку колесики спускают, а урона нет у врагов. Наверное, играть против колесных танков
которые стреляешь, и у них просто колесики спускаются, не очень приятно. Но мы уже годами слышим, когда стреляем по ЛТшкам, слово попадание. В принципе, вывод по этому танку такой, что это проходной танк, он неплохой, у него есть свои особенности, свои плюсы, свои минусы, но на нем побеждать не очень-то и сложно. Бои мягенькие, урон набивается легко, а светить нужно в очень редких случаях, когда это нужно в бою. Это не светляк, это скорее быстрый дамагер с возможностью редко иногда посветить активно. С вами был Варчик, играть красиво, пока!